Это игра компании EA Sports FIFA 2007. Вас приветствуют российские комментаторы Василий Уткин и Василий Соловьев. Мы очень любим футбол. Кажется, игроки, как и я, ощущают всю важность того, что будет происходить сегодня на поле. Завоевание кубка, путь к кубку, огромная задача и огромное достижение. А самое интересное, мне кажется, что я даже знаю, что за команда выиграет этот кубок, но все карты сейчас раскрывать не буду. Неудачный пас. И это фол. Тимощук. Удар в защитной груди принимает мяч. Игрок не стоит на месте, он маневрирует, он ищет возможность получить мяч. Мяч просто чудом оказался у партнера. Воронин получает мяч. Будет гол! Он был обязан спасти ворота, и он сделал это. Ну что будет, длинный пас. Вся команда в атаке. Удар даже сильным не получился. Не перестаю удивляться классной игре голкипера. Он практически всегда там, где нужно. Вот это вратарь, я понимаю. Смотрите, как ловко поймал мяч. Пас, класс. С мячом Шевченко. Какой отбор мяча. Этот парень стоит целой команды. Мяч в воздухе. Команда имеет хорошие шансы отличиться. Все как по нотам. Идет игра. И удар. Чем голова футболиста. Игра остановлена, свободной, потому что было вне игры. Шевченко. Главное не заигрывать в этой ситуации. Будет выполняться удар от ворот. Пора завершать атаку. Мяч вперед. Штанга начал уходить в грань. Вратарь отправляет мяч вперед. Команда полностью перешла на чужую половину поля. Шева! Классный пас. Смертин. Держит мяч команда. Из такого множества продолжений выбрать худшее. Мяч потерян. Опасно. Вы смотрите, он защитников к тренировочным стойкам приравнял. Мне кажется, угловой. Да, угловой.
Футболист бьет головой. Хороший удар. Игрок бьет издали. Гол засчитан. Не люблю я критиковать вратарей, но вся ответственность за пропущенный мяч лежит только на нем. Голкипер занял крайне неудачное положение в воротах. И все равно гол. И все равно гол. Терпение и труд все перетрут. Подача. Надо стряхнуть их с хвоста. Защита играючи справляется с угрозой своих ворот. Замечательно. Шова. Удар. Соперник ошарашен. Счет становится равным. Из очень выгодного положения прошел удар. На табло равный счет. И счет равный. Кто же победит? Это Смертин. Тимощук. Да, этого игрока сегодня не удержать. О, бог мой! Я не вижу своим глазам. Это гол! Команда ликует. И для этого есть все основания. Вы видели, какой гол? Какая великолепная игра! Да, сегодня его день. Второй мяч за игру забивает. Удачный пас в глубину поля. Защитники берут числом. Защитники буквально теряются среди игроков нападения. Какая возможность! Как точно он распорядился собственной головой. Вратарь даже очнуться не успел, как получил мяч в ворота. При малейшей возможности этот парень идет в атаку. И все у него получается. Резкий пас. Смертин. С полуслова понимают друг друга парни. Конец первого тайма. Счет 3-1. Итак, вторые 45 минут. Кто знает, что еще произойдет сегодня на поле? Это Шевченко. Умерли все планы нападения. Мне иногда кажется, что он сам по себе играет, про команду не помню. Куда угодно нужно было вынести этот мяч. Хороший рывок. Что ответит защита? Да просто невообразимый пас. И он штрафной. И он теряет мяч. Ну, растяпа. Хороший пас. Игрок свободен. Вратарь отбивает, но ситуация остается опасной. Судья показывает угловой. Навес. Очень техничная игра головой. Тимощук. Мяч выбит в сторону. Вот это действительно красиво. Мяч может оказаться в воротах. Реальный шанс переправить мяч к воротам. Мощный отворот издалека. С мячом Воронин.
Ну, один удар, давай же. Отличный удар в обороне. Замечательный пас. Игроки защиты сегодня очень плотно опекают соперника. Пас назад, дальше уже некуда. Хорошо разобрался. Смертин. Хорошая серия передач. Территориальное преимущество полностью на стороне атакующих. Это уже защита всей командой. Пробить ее непросто. Нужно забивать. И мяч в руках вратаря. Смертин с мячом. Хороший пас вперед. Да, удачный пас. Не позволил себе обыграть на фланге. Пас, хорошо. Воронин. Прострел с фланга, что еще низкий, сильный, точный удар, и гол гарантирован. Голкиперы такие удары ненавидят, зато нападающие обожают. Но давайте не будем винить голкипера, просто у него сегодня неудачный день. Это с каждым из нас случается иногда. И правильно, нечего валяться в центре поля. Хороший перевод мяча. Атака развивает. И это гол. Победу в игре он не делает, однако команда все равно рада результату. Вот классный гол! Я впечатлен! Продолжайте в том же духе, и у вас будут шансы на победу. Мяч убивается за пределы поля, но атака будет продолжена. Идеальная позиция для навеса. И арбитр показывает угловой. Это Воронин. Это гол! Удобную позицию для удара вам никто никогда не подарит. Ее нужно выбрать и завоевать. Что он и сделал, а в итоге мы получаем фантастический гол. Похоже, вратарь сегодня стоит на воротах только для красоты. Это Смертин. Короткий риск. Прекрасный бросок и мяч в руках голкипера. А как тут еще было играть вратарю? Угловой? Пусть сейчас себя покажет. Он бросает этот мяч. О, да. Не знаю, стыдно вратарю за пропущенный мяч или нет, но должно быть, потому что для игры выбрана очень неудачная позиция. Очень своевременный мяч. Но игрок забивает гол. И непонятно, собирался ли вратарь вообще ловить мяч. Из такого положения сделать это было невозможно. Такими темпами он побьет все рекорды результативности. Защитникам сейчас не очень-то весело, зато всем зрителям этого матча, думаю, крайне интересно наблюдать за игрой. И судья дает штрафной удар. Ну а что теперь остается? С такой позиции только грамотно пробить. Отлично! Они забили гол. Как же он делает это каждый раз, а? Самый опасный исполнитель стандартных положений. 100% свободный удар. Сегодня он забил уже 2 гола. Защита бессильна. Вратарь вовремя схватил этот мяч.
пас находит нужного игрока. Так здорово прочитал игру. Сможет ли он справиться с последним игроком защиты? И мяч у вратаря. Это вратарь вывел мяч. Надо же, сколько игроков участвует в атаке. Но вряд ли игрок добивался именно этого. Мяч в игре. С мячом в обороне. И мяч уходит на угловой. Нужно побороться за верховой мяч. Какая смелая игра головой. Отличный шанс. На мгновение всем показалось, что мяч летит точно в ворота. Замечательно сыграл. Смещок. С мячом Шевченко. Давай, вся команда на тебя смотрит. Мяч попадает прямо на голову. Красивый перевод мяча вперед. Бывает полезно вот так немножко подержать мяч, разрядить ситуацию, дать команде передохнуть. Да, удачный пас. В смысле, удача помогла мячу дойти до партнера. И выше ворот. Что уж казалось, мяч точно летит. Ну что, посмеемся от души над таким ударом? Хотя, конечно, игроку-то не до смеха. Матч окончен, и команда празднует победу. До начала сегодняшней трансляции все говорили о ничьей, как о самом вероятном результате встречи. Команда преподнесла зрителям и фанатам прекрасный сюрприз. Сегодня мы прощаемся с вами, но очень скоро снова увидимся на трансляции очередного футбольного матча. Играйте в футбол, друзья!